Я Сотникова Лариса Алексеевна. Я взгляд инфо уже знаю 10 лет. Как раз с 27 апреля 2012 года. Я хочу сказать, что это высокопрофессиональная команда, которая беспристрастно подходит ко всем событиям, ко всем ЧП, ко всему, что случается в Саратове. И они честно и беспристрастно готовят все новости. Недавно узнала, что в информационном агентстве «Взгляд» в редакции произошли обыски, что на них оказывается давление. Ну, я вообще очень удивлена и, если честно, возмущена этим происходящим. Что? В том, что у нас набережная после ремонта обрушилась, и об этом «Взгляд» написал. Они, что ли, в этом виноваты? Или в том, что у нас в тюрьмах пытают, и «Взгляд» опять об этом написал? Они виноваты? Может быть, уже нужно признать, что не нужно на зеркало пенять, коли рожа кривая, и задуматься о том, почему вообще Саратов стал как имя нарицательное. Если звучит на федеральном канале «Саратов», то это не связано с какими-то положительными событиями. Это обязательно что-нибудь, либо какой-нибудь ЧП, либо какое-нибудь событие, но обязательно плохое. А кто в этом виноват? Опять, что ли, «Взгляд»? Может быть, все-таки местные власти, местные чиновники, может быть, руководство города все-таки виноваты в том, что у нас все это происходит, и действительно ничего, кроме плохого, сообщить народу не могут. Среди многих компаний, СМИ, которые освещали мою проблему, мою беду, единственным, кто освещал беспристрастно и честно, это были «Взгляд инфо». Поэтому я хочу поддержать всех сотрудников «Взгляда инфо», просто как человек благодарный за то, что они меня поддерживали в мою трудную минуту. И также я хочу их поддержать в их трудную минуту. И хочу сказать, что если их не будет, а кто же тогда будет честно и правдиво освещать все то, что у нас происходит в Саратове?